Я же Я ватник. Доброго времени суток, инопланетяне, ватники, куртки, комбинезоны и другие предметы обихода. Это мой очередной видеоотчет праздника присоединения трубочек Российской Федерации. Это дело совершенно святое, потому что именно год назад Виктор Трубыш прошел курс патетической реабилитации. Однако, как только я подошел к митингу, на Красной площади я видел провокацию ЛГБТ, которую пытались сорвать эту демонстрацию. Однако их было слишком мало, и остальных повезли в автозаки. Понимаете, наш национальный лидер Владимир Путин настолько святой, что люди могут слушать что угодно, вообще любую вещь, которую он говорит. Вот послушайте, вот я реально снял это, и вот посмотрите, это чистая правда, здесь никакого монтажа вообще нет. Метеоритов с призмой гип-хопа в гладком инструменте минимума камерных животных мира, относясь к морям галактики для прояснения педали слез, как первая крепкая планета шествования с остатком отъема строгого превращения пирамиды в излучатель системы гениальной головы лечения больных людей, как огромнейшая подушка. Вообще здесь еще... Здесь была еще одна речь некого президента республики Дробыш российский, который выступал на сцене, и люди радовались ему, потому что, ну хотя он еще не достиг уровня Путина, когда люди могут слушать Путина, даже если он говорит полный бред. Я могу сказать, что ничего важного не было. Ничего. Потому что люди были и так рады. Да. Люди... Это еще не все. А вот из волотика посмотреть, надо просто фоткать, где все у нас есть. И розовые бантики, и на экране